Hey, приветствую вас, дорогие друзья, с вами... Энгрей. Я надеюсь, что сегодня в вашей душе станет чуточку теплее с игрой Gods Unchained. Или она называется Unchained, да, по-английски скорее. Это ККИ, причем NFT ККИ, вообще первая NFT игра, которую я запускаю. Но она на английском, разумеется. Я вообще хз. Что тут делать? Просто пока пробую. С виду выглядит как что-то, ну, вообще максимально стандартное. А, это было заклинание, вот что я не мог ее разыграть. Я думаю, что... У меня получается два заклинания в руке и два существа. Визуал у нее, ну, такое... На... Не знаю. Я в основном люблю десятибалльные, наверное, такие системы. Ну, визуал карт, я бы сказал, на твердую семеру здесь с половиной. Если даже не на восьмеру. Так, ну он разыграл существо. Реген 1. То есть она еще имеет регенерацию. Очень похоже на самом деле на... На... Legend of Runeterra. От Riot of Games. Но он, само собой, не стал бить мое существо, потому что у меня тут, во-первых, реген, во-вторых, у меня больше хп. Наша барышня сильнее. Наш противник... Сервус. Кстати, возможно, это Сервус. Может быть, он даже меня узнал, хотя сомневаюсь, если это даже он. У нас есть такое яблочко. Так, мы можем сами добить. Уничтожаем его существо. Посмотрим, когда у нас реген. Тут некое пожирание есть своих умерших карт. Значит, за... Да, здесь, возможно, есть схожая механика, опять же, с Рунтерой. Так, что это вообще на это? Хилит существо соседнее. А это дает блиц и одну силу существу. Блиц, скорее всего, возможность атаковать на том же ходу. Так, мы похилили, пусть плюс тут реген. Пока блиц, наверное, смысла нет юзать. Да, блин, ну неплохо. Они у нас не сильные, но такие хильные. Такая хилерская колода. Хотя при этом по картинке у нас будто бы прям... Ну и по этим картам, таким красно-яростным, будто бы у нас воин какой-то жесткий должен быть. Да, видите, у нас мана одна почему-то красная, другая серая. Ну то, что мы не заюзали, наверное, одно. Плюс еще вот этот колодец. Скорее всего, с него тоже можно больше оттянуть. Противник думает, наш противник наш думает. Зачем ты решил пропустить ход? Можно бафнуть тогда кого-то. Будто бы вот бафаем ее. У нее есть реген. Мне кажется, она за счет этого хороша. Ну и дамажем, получается. С трудом верится, что ему нечем было играть. Либо же я не знаю, что там задумал. Может быть, он что-то задумал просто. Ему нужно какие-то карты приберечь. Потому что сейчас сколько? 4 маны. За 4 маны можно, к примеру, я могу вот такую призывать женщину. Underbridge Assailant. 3-5, между прочим. 3-5. At last. Я так понимаю, это яд, скорее всего, да? Any amount of defeat left the store. Да, это яд. Так что он нашу топ-карту сейчас хочет уничтожить. Это вот с блицем, но это нам ничем не помогает. Deal one damage to each creature. Give to stand and that to each friendly creatures. Protected on time, protected from the... 11 дамага защита. Ну, давайте попробуем.
Мы тогда уничтожаем яд, не теряем своего существа и пробиваем ему на пятерочку. Это жесткая тема на самом деле. Баблы — это жесткая тема. Короче, у нас воин бабл один, судя по всему. Так, нам пришла слабенькая за единичку. И Rooting Mount. После смерти призывает какого-то имплинга 1-1. Ну, слабенькую какую-то хреновину. И у нас вот тут есть на олене. Блиц и твинста. И двойной удар имеет. Офигеть. 2-6. Ну, 2-6 нам пофиг, по сути дела. Нам дали воина какого-то. Когда он атакует, получается еще один к силе. Not bad, на самом деле. Я разыграю, пожалуй, вот тебя. И тебя. Будем идти в лицо. В любой ККИ это, на самом деле, самая основная тактика. Защищать стол, это не выглядит хоть сколько-то... смыслом, если стол не засран. Например, у нас стол засран, его нужно защищать. Но это с учетом, что это некий маг против нас играет, я бы сказал, что у него заклинания на зачистку стола вполне себе могут быть. Играет он непонятно, но опять же узнать, какой у него опыт, я тоже не могу здесь, по сути дела. То есть, точнее, я пока вообще этого не понимаю. Ну, по факту мы его сносим. Как раз ровно. Тремя картами. Ну, плюс еще три дамага. Что ж, мы победили этого парня. Так, что у вас там показывается? А у вас ничего не показывает. Тут, кстати, да, система, как, опять же, в Лиге Легенд сделана, если что. То есть после того, как матч кончился, вот это окно игры, оно исчезает. На... Ну, на, собственно, на это... На меню запуска, или как это назвать? На клиент, получается. Сейчас я запустил новую игру, и вот теперь у вас, я вижу, уже картинка появилась. Некая Людия. Богиня Deception. Я не знаю, как Deception переводится. Слово таки довольно популярное на самом деле. Ой, душная ошибка сервера. Ну, пока что мы сыграли первую игру, и будто бы, знаете, это выглядит как стартовый Hearthstone, каким он был на самом старте, без всякой лютой дичи и так далее. Ищем нового противника. Возможно, нам у нас был... Так. Какой-то слабый противник. У меня, кстати, вот LVL 0 пока что. Я новичок, пишут. Рядом 70 какой-то, не знаю, типа квадрат книга. Золотой символ у меня 2. И какой-то голубой символ рядом. В виде... Ну, не в виде, это, по сути, звезда Давида. 450. Лиссандр, очевидно, герои. Некий маг земли, судя по его внешке. Ну и плюс сзади пески какие-то. Маг земли, скорее всего. А, написано God of Light, господи. Да, маг охуенно. Я молодец. Это бог молнии, оказывается. Красиво, красивая. А вот, пишут ранг. Андре, ранг 3. Но это уже опытный противник. Мы играем, по сути, за того же героя, но я вижу... Так, пик your... А, я беру карты, которые со старта у меня. То есть другие мне обновляются. Ну, давайте эту руку возьмем. Тут хотя бы стартовые существа я вижу. У нас, кстати, еще есть сила героя. Минуточку, я только сейчас увидел. Deal 2 дамаг to your opponent god. А, то бишь... А, у нас Hunter. Я вот сейчас, кстати, понял по свинье. У нас Hunter. Confuse. Дикий. Почему не зверь, просто дикий. У него какой-то конфьюз. А, он...
Спит. Ну, пока он спит, и плюс у него какие-то звездочки. Не очень понятно, что это значит. Так, следующий ход ставим реген, наверное. Ну, это хиллер. Реген и хиллер. У нас, короче, хантер. Ну, хантер в Хардстоуне, если брать самый первый, был, конечно, очень жестким героем за счет рывков, прочей херни, за счет мелких существ. Он просто быстро появлялся и просто напердучивал противнику. Разумеется, никому это не нравилось. Она ставит вот эту вот бабищу зачем-то. Непонятно зачем. Да, он, видите, наш в стане каком-то он... Или это свойство не дает именно существу атаковать? Ставим нашу хилящуюся женщину. Дальше мы сносим ей вот этого воина. Или женщину-воина. Да, Axe-woman. И хилим своей Axe-woman. Не, он нас хилит. Innocent Messenger. Андири против нас играет. Третий ранг. А, так, по сути, такое же существо поставило. Так, тебя мы тогда выносим. А тебя мы хилим. Да нет, он может атаковать. Ну, короче, что-то не сильно понятно. Ну, в принципе, вот он тоже, получается, мог атаковать со старта. Так. Дальше у нас оружие, судя по всему, пойдет. Потому что существ вроде другой символ. Да, здесь вот какие-то топоры нарисованы, а у существ нарисованы... Суть там кинжал нарисован, да. Какой-то спящий демон, который кого-то будет призывать после смерти. Но это не страшно вроде как. Так. Топорик. Плюс дамаг герою. Топориком мы убиваем, наверное, тебя. Да, призывается демон. На демона мы уже плюнем. А, нет, нихуя не плюнем. Свин его почему-то продамажил. Ну ладно, свина нам слили зачем-то. Топор был одноразовый. Блин, это не прикольно. У нее 4 карты, у меня всего 2, плюс всего лишь бафы. Наноси всем дамаг, но дать им силу. Ну, кстати, следующий ход будет 5, поэтому почему, может быть, и нет. Правда, все равно будет мало, мы 20 жизней не сносим на следующий ход даже так. У нас всех будет по трешечке. С другой стороны, можно свина снести будет. Фьюри. Дать блиц и... Ну, короче, понятно. Так, тогда юзаем пиво. Пиво. А враги тоже получают по урону? А они получат силу? Нет, они силу... А это щит еще дает. Как заманчиво снести-то его карты. Потому что он все-таки неплохо уже заставился. Нет, не тебе, у тебя хп мало. А у этой реген есть. Ой, лагает. Дадите мне закончить. Ну, видимо, как новичок, играю против новичков также. Тут еще, кстати, дополнительная какая-то полоска, только сейчас ее приметил. Какие-то существа, не очень понятно, что все это обозначает. Ебать! Зомба-горыла! А нет, или не зомба. Не, он же внизу, еб твою мать. Hidden for one turn. На один ход спрятанный. Так, можно еще урон нанести. Всем. Да. Хотя, может быть, и не так уж и плохо. Блада точно тогда сможет его вынести. Блин, что делать? Давайте рискнем. Посмотрим, убьется ли со щитом. Нет, ей просто щит снялся. Ну тогда это крутота. Ну, тогда дофига нам вообще Гореллу убивать. Давайте убивать героя вражеского.
Тут же даже смысла нет Гореллу убивать. Тра-та-та-та-та-та! Ну что ж, давайте еще один бой сыграем. Так, у меня 700 стало звезд Давида. И 7,5 золотой иконка, похожая на взрыв. Это именно апается. Книжки так и остались 70, а левел пока что... Ну, левел, видимо, качается, где-то просто опыт написан должен быть. Даже не знаю... Не знаю, там, какие-то задания я, видимо, не выполняю, или я их не вижу пока что. Пока что мы, в принципе, просто играем, смотрим. Играем, смотрим. Ну, опять ошибка подключения. Тут можно купить паки. А в некое обучение открыть паки. Фордж — это кузня. Воркшоп — не знаю, что это. Ну, в Стиме знаю, что такое воркшоп, а тут непонятно. Коллекцию можно посмотреть. Опять же, пойти в магазин. И есть еще арена, скорее всего, тоже за денежку. То есть, где вот именно свою колоду прям менять, пока, возможно, в коллекции. Коллекция, я пока просто вижу, что можно посмотреть именно карты. Столы также можно посмотреть. Да, карта вот за ману там всякая. Одна мана. Еба. Я вот сейчас вижу, сколько здесь карт за 4 маны. Здесь всего 212 карт, представляете? У меня всего 17 доступно. Охренеть. За 5 маны 15, за 7 маны 91, за 8 маны 4, и за плюс 9 маны 20 карт у меня нет ни одной. Да уж, да уж. Вроде нашлась игра. Элириан, богиня магии. А, собственно, это и есть герой, против которого мы деремся. А, типа у нас боги. Ну, в принципе, Годун Чайнас. Просто новые открытия каждый день. Я так понимаю, что сервер здесь грузится по принципу того, что сервера нет. Хостом является кто-то из игроков, и второй просто к нему присоседивается. Сервус против нас опять. А, он ранг 3, оказывается. Ничего из этого, наверное, не хотел бы я прямо ставить. Что-то как-то мне не нравятся эти карты, наверное. Да. Он играет за бога магии, этот сервус. Но я не хочу с этими картами начинать. Чисто с заклиналками мне не нравится. Так я понимаю, что сейчас в сети явно немного людей. Ну и хоть это NFT, но... Тогда мне пришел, кстати, вот демон. При этом он считается гильдийским существом, а это считается Аэтер. Не сильно я понял, я нажал replace, что это значит. По какой-то причине вдруг решила залагать. А, replace — это я типа ее убрал из руки. Get ready. Так, когда он атакует, он бафается, это мы помним. А это имеет блиц, то бишь может сразу атаковать. Ну тогда и выгоднее его поставить. Пока что, в всем случае. У нас бафается от атаки. Я подобное свойство другой, как и видел. В Харстоуне. Ну, в Харстоуне тоже такое, само собой, есть. Именно в Харстоуне это просто не популярно. Скажем так, это довольно-таки редко встречающаяся тема.
А, здесь, наверное, когда мы, может быть, скопим чего-то, мы можем призывать. Так, похилить можно своего парня. Ну, наш парень, в принципе... Так. Угу. Наносим тебе урон. И тобой будем пробиваться сюда. В этот раз он уже играет, я так понимаю. Может быть, здесь на Сержус это. Кто знает. Так, ну у нас два хиллера, что в принципе неплохо. На следующий ход мы разыгрываем одного из них. Ну, потому что на больше это нам и не хватит. У него карт много, что неприятно. Пробиваем противнику в лицо, ставим свинопаса. Да. Опять же, мы лидируем по столу, но неизвестно, что у него в руках. Да, он решает нам сливать слабые карты. Это умно, на самом деле, умно. То есть, наше преимущество в количестве на данный момент было, но сейчас он... Если нам все это будет сливать, то, соответственно... Наше преимущество улетучится. Deadly amount of deadly damage with destroy creature. Короче, он уничтожает существо. Призвал он убийцу по факту. Давайте этого... А, ну в принципе да. А, господи, это что-то оно и есть. Давайте призовем его. Ну да, нам хилить все равно некого пока что. Понятное дело, что он хочет нашего мужичка убить, который бафает атаку. Игра хочет подлагивать. Не дадим ей таких шансов, надеюсь. Чё, он пробил лицо? Это было странно. Ну, то бишь, это было нелогично. Будто бы он дает мне шансы, получается, сейчас слить моего демона на его демона. Либо же это просто был аж мисклик был. А, теперь стоит 2-6. Интересно, интересно. Интересно, тире не интересно, да. О, нанести всем один дамаг и дать всем щит. Блю. Блю. Это выглядит будто бы как имба, друзья. Смотрите. Мы сейчас на изи убиваем ее. На изи убиваем его, потому что, по идее, ну, его свойство не сработает против нас. И заканчиваем ход. Если у него нет никаких заклинаний нанести урон. А у него есть. Ну да, это стандартный маг Харстоуни. То бишь, он может сейчас на его, нашего мужика на изи вынести 8-1. Так что это было, наверное, скорее ошибка. Нужно было в лицо, наверное, тогда получается пробивать. Да, у нас были щиты. Да, ошибка тогда. Кстати, там доступен вот это вот сейчас... Правда, я не очень понимаю, как его, не знаю, призвать. Олимпиец. Олимпиец. Ага. Он один дамаг наносит, когда появляется. Ну, такое все, на самом деле, конечно. Будто бы нашего мужика нужно хилить. Потому что он сила, мощь, все дела. Так, ребят, не лагайте. Не лагайте, дать три существу. Именно существу, получается, герой нельзя будет, да? Мне что-то в стиме написали. Нет, можно дать. Ну, кстати, я бы этого все-таки вынес. Неприятный он. А он, видимо, дамаг... Вот он именно дамаг чисто существо наносит.
Какая-то разносямба пока что происходит на столе, друзья. Но этот парень будто бы нам или поддается, или я не знаю, или он совсем слабый. Но он третий ранг, я не знаю, насколько долго нужно качаться на третий ранг. Типа сильным ли он вообще считается или нет. Но то он, как он играет, он прям очевидно дает нам выиграть будто бы. Реген один. Давайте его добьем активкой героя. Победа! Хип-хип-хурей! Ну, в принципе, на сегодня это, я думаю, и все. Так, давайте я им захвачу менюшку, наверное. Чтобы вы посмотрели, вот так вот она выглядит, собственно говоря. Так, и тут, кстати, я смотрел, да, карты. Можно тикеты смотреть, карты сзади можно смотреть. Как составлять колоду, вообще пока непонятно. То есть здесь я не вижу, на колоду создать как. Может быть, воркшоп здесь это и есть создание колоды. Да, да, это дека, все, все окей. А за кого мы играем? Мы заиграем, скорее всего, вот за это. То есть у меня тут, кстати, дек-то, ой-ой-ой. Раз, два, шесть штук, короче. То есть, мне, я тоже за так. Ну да, вот, кстати, Харя нашел. Правда, я не понимаю, как выбирать, кстати, героя, когда мы ищем игру. А что это было? Что это, друзья, было? Я что-то нажал, что-то типа пытается прогрузиться, но я не понимаю, что. Ладно. Да, игра «Ведьма». Ну, опять же, она не с нашего региона, поэтому, скорее всего, тут есть свои проблемки какие-то, возможно, у ней. Так что пока не очень понятно, конечно, даже как вот сменить колоду стартовую. То есть, ну, навряд ли это в воркшопе как-то меняется. Ну, типа, в воркшопе я, скорее всего, могу просто редактировать. Вот я нажал. Я выбрал эту колоду. А, это play. То есть, может быть, вот так сменить что-то. Что это значит, беган? Что-то начать. Ну, типа, здесь что-то нужно сделать, набрать какие-то очки или еще что-то. А как колоду-то сменить, с которой банально играть? Или я что, пока что не могу ничего? Тут что-то пустое. Селекта-тикеты добавить. Непонятно, пока непонятно. Как играть, в принципе, я понял. Что сказать, кстати, по игре. Напоминает ранний Хардстоун самый, то бишь, ну, все довольно-таки просто. Существа, атаки, нет какого-то вот лютого беспредела, который сейчас в Хардстоуне творится. Миллиарда магии и так далее, существом с сотнями атак. Поэтому, в принципе, мне на самом деле даже нравится. Блин, серьезно. Как бы пока все просто... Не затейливо. Жопа, само собой, будет жопа гореть, когда противники будут серьезные. Это слишком логично. А так, пока что все норм. Единственное, что непонятно, очень странно как-то сделано, что я не могу выбрать себе героя. Save and select. Здесь что-то можно... Тут, скорее всего, типа арена и что-то еще. Типа дополняшки какие-то. Игра, кстати, теперь вообще не ищется, я так понимаю. Что-то зависло, возможно. Поэтому пока что рейтинг интереса я бы этой игре поставил, наверное, 6,5 где-то. Ну, потому что это как-то в новинку мне не кажется. Это все-таки выглядит слишком сильно копированием Хардстоуна. С какими-то немножко заимствованиями от Рунтеры. Но вполне пока вроде бы играбельно. Думаю, еще точно попробуем сыграть в нее. Посмотрим. Тут, возможно, здесь на какие-то нужно видео в интернете чекнуть. Потому как тут что и делать, играть. А на этом всем спасибо за просмотр. Можете подписаться, поставить лайк, написать комментарий. Это поможет каналу. И так, в том числе мне. Буду вам благодарен.
Любить себя, друзья, любить своих близких. Постарайтесь хоть чуть-чуть полюбить людей вокруг вас, потому что если этого не делать, собственно, в общем-то, а с кем будет играть в те же ККИ? С другими людьми, как бы вам странным это ни казалось. Поэтому чем людей больше, тем больше людей будет увлекаться различными, так сказать, вещами, такими же, какими увлекаетесь вы. К примеру, как вот ККИ или, там, не знаю, настольными играми, которыми не очень много людей увлекается. Так что даю мини-задание вам на завтра, когда вы проснетесь, ведь улыбнитесь и подумайте, что всегда для вас будет человек, который сыграет в какую-то игру, которая вам нравится. Всем на этом спасибо и до новых встреч. Пока. Пока.